Привет, народ. Ну чё, у нас проблемы в стране. Говорят, еды нема. Ну, наблюдаем. Что у нас здесь? Вроде что-то есть, не? Говорят, пусто. Ну, наблюдаем. Ведем наблюдение. Мы зашли в продуктовый магазин. Сегодня 17 января. Ну вот, не желаете шримсики? Шримсики есть, фроузен, пицца. Ну так, вроде все есть, да? Вот смотрите, Дино Баби Наггетс. Покушали, пошли дальше. Ну, что сказать? Очень все полно. Не знаю. Где-то говорят, нехватка продуктов. У нас вроде все нормально. 68 копеек. Оранжи. Не желаете? Покушайте. Ну и так. Вроде нехило. Не знаю. Идет сильная паника, что нету еды. У нас вроде все нормально. Может, я живу в другой стране, не знаю. Вроде в Америке. Говорят, по русскому каналу такую фразу услыхал. В советское время и то такого не было, как сейчас в Америке. Да вроде я и вырастал в советское время. По-честному сказать, бананы я не кушал. Даже и при брежневских временах. Картошку ели, цибуля была, буряк был, яблоки были. В соседнем саду. Так что такого не помню в Советском Союзе. В Америке помню, когда приехал маленьким сюда. Вот январь месяц, по $3 грейпс, все very good, все very nice. Смотрите, все нищак, просто супер. Так что не знаю, ребят. Ну да, конец, смотрите, помидоры. Помидорки наши. Смотрите здесь. Салатиков нету. Ай-яй-яй. Салатиков, правда, нету. Ну, сегодня рабочий день. Закончен. 10 часов вечера. Че, пару салатиков разобрали. Ну так тут же вот и привезли. Вон. Поддон на разгрузке. Так что все нормально. Спокойно, Америка движет. Так что, дай бог, чтобы всех так не было, как в Америке. Так что, пока мне слава богу, расстраиваться не надо. Грибы в январе месяц. Хотите, какие хотите. 3,68. Смотрите, 3,68. Грибочки. Большие, маленькие. Да вообще, все красиво. Все прекрасно. Не знаю, что-то я вот новости услышал по Первому каналу. Прямо побежал. Побежал в наш универсам магазинный. Продукты смотреть, скуплять. А вроде все на месте. Что здесь такое? Смотрите, что здесь такое? Перец болгарский. Да я перец болгарский только в Советском Союзе в августе месяце видел. И то полугнилой на базаре. Так что не знаю, вроде все есть, все хорошо, жизнь удалась, ребята. Так что смотрите, все, поддончики стоят, разгружают, все движется. Смотрите, апельсинчики, мандаринчики, лимончики, какие хотите виды, понимаете. Смотрите, все прекрасно. Вон, какие хорошие, ароматные помидорчики. Цены. Авокадо. Доллар 98. Помидорчики. Смотрите. Эти даже пахнут, помидорчики. 2,48. При самой маленькой
паршивой, самая дешевая зарплата у нас в штате $15. 2,48 за паунд помидорчиков. Час поработал, вот тебе, пожалуйста, 6 паундов можешь купить. Так что не знаю я. При советской власти такого не было. Одну помидорку и то полугнилую нюхали. Так что цибуля. Вот смотрите, какие цены. 68 копеек. Доллар 28. Доллар 48. Короче, ребята, приезжайте в Америку. Не расстраивайтесь. Пока мест кормить есть чем. Я еще не похудел, вы знаете. Только паунта набрал больше. Бороться надо с ожирением. Что, цибулька здесь. Смотрите, мешочек цибульки. Доллар 28, 3 паунда. Ну, сами смотрите. По 40 копеек получается мешочек цибульки. Ну, я за ней пришел. Вот я ее и возьму. Ну, все, ребята. Все нормально. Пока мисс Америка стоит, все хорошо. Те съемки, что вы видели, они, наверное, просто на искосте из-за снега. Из-за снега траки не доехали. Но сами поймите, ну куда? Все поляризовано. Там на искосте, ну, не привыкли люди там ездить. Там ни из приспособления, ничего нету. Ну и понятно, траки не разгрузились, не приехали. Но это все стабилизируется. Я надеюсь, все будет хорошо. У нас вот дороги хорошие, смотрите. Все, завезли. Паники нету. Все чисто, все хорошо. Ну все, пока-пока всем. Всем благ. Вот ценники, ребята. Смотрите, рассуждайте. Зарплата в этом месте $15. Это самая маленькая зарплата. Это нищеброд. Вот, нищеброд $15 получает. Меньше платить не имеют права. Вот самая гадюшная работа стоит $15 в час. Вот сколько ты можешь, вот на $15 за час ты можешь взять, вот сами доллар 68. Можете взять себе 9 кочанов за час капусты. И уже проживете за один час работы. Ну все, пока-пока, всем пока.